того, кого же мы все-таки можем называть иудеем, кого мы не можем называть иудеем, да? Что-что? Ну, нет общего понимания. Я думаю, что в принципе нет смысла дальше двигаться, пока мы с этим вопросом все-таки не разберемся. Значит, есть два, ну, в смысле, вот такой вот вариант. Сейчас просто начать читать те места Писания, где использовано слово «иудей». И по каждому конкретно месту мы будем определять, к кому оно отнесено. Около 200 мест Писания, это по подсчету Дерека Принца. В новом. В старом ни у кого вопросов нет. Хотя, кстати говоря, если помните, книга Эстер заканчивается интересным моментом, где четко разделяются также иудеи, присоединившиеся. Потом такой вопрос. Если не еврей, присоединившийся, обрезавшийся, посвятивший себя всецело служению Богу Авраама, Ицхака и Иакова и народу Израиля, почему он в среде евреев не назывался иудеем? Почему он назывался прозелитом? Почему апостолы называют таких людей прозелитами? У кого есть мнение по этому поводу? Ну, то есть, если мы предположим, что не еврей, принявший веру в Авраама, Ицхака и Иакова, веру в Иешуа, может называться иудеем, почему Новый Завет к прозелитам обращается как к прозелитам, а не как к иудеям, называет их прозелитами, а не иудеями? Микрофон. Вот он. Как да. Вариант, просто чтобы было понятно, о ком идет речь. Зачем? Ну, если он уже смотреть. Все, он уже как иудей. Он обрезанный, он исполняет Тору. Почему он остается прозелитом, а не становится иудеем? Микрофон. Нет, конечно. Ну, то есть разница сохранялась. Четкая граница сохранялась. И Писание нам говорит, что Иешуа устранил эту границу в вопросе лишь прихождения к Богу. Ну, то есть мы для себя выяснили, что национальности, они не стираются в Боге. Мы видим в книге Откровений, в тысячелетнем царстве, национальности сохраняются, царства национальные сохраняются, народности сохраняются. С этим все согласны? Или давайте скажем так, я просто буду задавать вопросы. Если кто-то не согласен, просто говорите. Можно микрофон? Тот прозелит, он оставался в той национальности, в которую он пришел, да? Он уже считался евреем. А, таки он уже все-таки национальность, он утрачивал свою. Даже вот в современном иудаизме, значит, если человек становился прозелитом, или вот сейчас это называется гер, как и использовано вот в Ветхом Завете, у него в паспорте уже записывают национальность еврей. Но он обрезался. Мы же говорим о тех, кто не обрезывается. Правильно? Ну, то есть современное христианство не заставляет обрезываться тех, кто принимает веру в Иешуа Мессию. Правильно? И мы видим, что Писание, что на Первом Иерусалимском соборе этот вопрос, когда рассматривался, значит, там было четко ясно сказано, что не должно обрезываться. Ну, так... Извините, если тот, кто обрезался, он не имел достаточно прав, чтобы называться иудеем, вот в контексте Нового Завета он назывался прозелитом, но никак не иудеем, то как мы можем применить слово иудей к тому, кто даже не обрезался, хотя принял веру в Иешуа, при том, при всем, что национальности сохраняются? Но у меня вопрос, а сможет ли человек исполнить этот закон?
То есть это, Саша, это вопросы, честно говоря, такие, как бы, ну, слишком уж теоретические. Ты по национальности кто? Смотрите, если человек не может определиться со своей национальностью. Давайте зажим микрофон, чтобы хоть как-то. Чтобы хоть как-то рассмешить народ. Что я хочу сказать под законом, что я имею в виду. Потому что как бы тоже такое понятие, что такое закон. И говорят, закон там отменил, когда христиане говорят. Но вот сегодня мы читали Римлянам 2 главу, тут есть такие слова. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуй, изнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. То есть вот эти заповеди, которые есть красть, прелюбодействовать и идолопоклонство, да, это три заповеди из десятисловия. Здесь они названы законом, как я понял. Ну, и что? Они не названы законом, это часть закона. Павел просто как пример говорит, ты нарушаешь закон. Есть место в Писании того же Павла, значит, где говорится, нарушивший одну заповедь, нарушил весь закон. Конечно, есть. Есть, да? И достаточно предъявить человеку обвинение в нарушении трех заповедей, чтобы он удостоверился, ну, если он здравомыслящий человек, что он нарушает весь закон. Об этом Павел и говорит. Ну, то есть ему достаточно, в принципе, было назвать нарушение одной заповеди и точно так же сказать, ты нарушаешь закон. Понимаешь? То есть тут не идет речь о том, что эти три заповеди названы законом. Ну, а что, 10 заповедей не считаются законом? Мы сейчас не о законе вообще говорим. Если ты в курсе. Мы сейчас пытаемся определить иудейство как таковое. Термин иудеи, что он означает. У меня еще такой вот интересный вопрос. Значит, вот я Андрею задал на перерыве, говорю, вот если человек является украинцем, а Ишуа царь иудейский, и это висела табличка на Голгофском кресте, да, значит, является ли Ишуа царем украинца, если Ишуа царь иудейский? Но вы же понимаете, что там шла речь о царстве над конкретным народом. Правильно? Так вот, является ли Ишуа царем украинца, если он царь иудейский? Является. Микрофон можно? Является. Ну, конечно. Он царь царей. И Господь господствующих. Естественно. Помимо того, что он царь иудейский, царь Израиля. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с термином царь церкви? Странно. Так если мы можем называться иудеями, то есть я предполагаю, если мы можем называться иудеями, то почему не сказать, что царь церкви это все равно, что царь иудейский? То есть царь иудейский все равно, что царь церкви. А? Микрофон, пожалуйста. Ну. Но в Новом Завете ты можешь мне показать хоть одно место, где сказано царь церкви? Церковь – это народ Божий. Не, ну, безусловно, но церковь – это народ Божий. Но почему нигде в Новом Завете нет царь церкви? Ну, глава церкви, но нет царь церкви. Царь иудейский есть, а царь церкви нет. Церковь – это как бы невеста Ишуа. Так извините, а иудейский народ не невеста? Церковь входит и евреи, как евреи, так и не евреи. Так извините, он и господин, он и муж, он и жених. Понимаешь? То есть в отношении Израиля он и муж,
могу показать местописание. Он и жених, могу показать местописание. Он и Господь, который сотворил. Понимаешь? Но в отношении церкви нигде нет ни одного места, что он назван царем церкви. Я спрашиваю, почему? Может, царь иудейский означает царь народа Израиля, ну, другими словами. То есть царь подразумевает понятие, что он владычествует или царствует над народом. Это понятие, относящееся к народу. А церковь, хотя мы и говорим, что это народ Божий, но мы не используем там понятие как правитель народа. Ну, то есть это понятие управляющий церковью, главенствующий, глава. Но мы не используем царь почему-то. Ну вот почему? Потому почему что... в отношении еврейского народа мы используем любую терминологию, не любую, определяющую различные взаимоотношения? Смотрите, у Бога с человеком, у Бога с человеком могут быть отношения на нескольких уровнях. Первый уровень – это господин и раб. Мы видим такое в Писании? Значит, второй уровень – отец и сын. Ответственность разная уже по сравнению с рабом. Но является ли ответственность отца и ответственность сына в семье равной? То есть мы видим, что соотношение ответственности между первым уровнем и вторым уровнем, оно меняется. Раб не имеет вообще никакой ответственности в семье. Он только делает то, что ему говорят. Сын имеет уже часть ответственности в доме, часть власти в доме, но он не обладает полнотой власти. Поэтому мы видим, что Иешуа говорит: «Дана мне власть». То есть он, будучи Сыном Божьим, он, будучи Богом, он получает от Отца власть, потому что он сын. Третий уровень взаимоотношений – это муж и жена. Близость отношений, чувствуете, меняется. То есть уже другой уровень взаимоотношений. Власть в доме перераспределяется каким образом? Знаете, вот в таком случае мне очень нравится история. Я просто когда-то изучал еврейские традиции в плане проведения свадеб, вот хупы, всего этого. Значит, и я прочитал, что кольцо, в отличие от христианской свадьбы, там одно обручальное. Я задался вопросом, почему одно? Значит, и я вспомнил два места Писания, в которых говорится о некоем кольце или перстне, как знаке власти. Значит, первое, это когда фараон поставил Иосифа над всем Египтом. И что он при этом сказал? Кто помнит? Все, все в твоей власти, я выше, весь Египет в твоей власти, я выше тебя только престолом. Значит, и второй эпизод, это когда блудный сын вернулся, и отец надел ему перстень. Перстень как знак власти в доме. И, значит, и я просто приложил вот это вот понимание кольца как признака власти в доме, значит, к еврейской свадьбе. Я вам скажу, что очень интересная картина получилась. Получается, что невеста входит в дом жениха. Хозяином в этом доме является жених. Правильно? Значит, и когда он надевает ей это кольцо, а жених надевает это кольцо, он ей говорит, как фараон говорит Иосифу: «Все отдаю в руки твои, я выше тебя только тем, что я муж». Понимаете? Да. То есть Бог поставил мужа над женой, но не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы оказывать покров, защиту, давать обеспечение, все. А распорядителем в доме является жена, женщина. В еврейской традиции это общеизвестный факт. Еврейская мама, она хозяйка в доме. Отец имеет право последнего слова. Ну, не в том плане, что его последнего спрашивают. Но в принятии решений власть утверждать то или иное решение. И мы видим, кстати говоря, вот в книге чисел есть это, что муж
имеет право либо утвердить обет жены своей, либо его аннулировать. То есть право утверждения или неутверждения каких-то жизненно важных решений принадлежит мужу. Но всем в доме распоряжается жена. И если она распоряжается этим в интересах мужа, так же, как Иосиф распоряжался в интересах фараона, точно так же, как Моисей распоряжался в интересах Господа, точно так же, как Ишуа распоряжается в интересах отца. Параллель видите? Значит, и вот это вот кольцо, оно в единственном экземпляре, оно очень многому учит. В христианской традиции, значит, была продвинута вот эта вот идея, что муж и жена равны. Но на самом деле, скажем так, ну, это скорее уже все-таки не христианская идея, равны в плане власти. Мы видим, Писание говорит, что муж и жена, они равны, но у каждого свое предназначение. И я вам скажу, что я вижу огромную параллель, четкую такую, ясную. Помните, даже Павел, когда он дает некоторые рекомендации о том, что муж должен любить свою жену, жена должна бояться мужа, он говорит, я говорю тайну, я говорю о Христе и церкви. Значит, то есть взаимоотношения Бога и его народа, они выстраиваются по тому же принципу. Бог дает власть своему народу здесь на земле для того, чтобы народ управлялся здесь в интересах и по воле Господа. И только таким образом этот народ может быть угоден Господу. Если этот народ не исполняет этого, то Бог тогда приходит и начинает выяснять отношения. Ну, царь царствующих, смотри, почему Бог переименовал Авраама в Авраама? Имя Авраама означает «отец народов». Он Аврааму сказал: «Благословятся в тебе все племена земные». Там в оригинале, кстати, стоит «все семьи». Кольмиш поход. То есть Бог изначально Авраама избрал для одной цели, чтобы из Авраама произошел народ, из которого произойдет Мессия, который станет благословением для всех народов. Есть еще также пророчество «положу тебя во свет язычникам». То есть Бог изначально, с самого начала, его замысел был в том, чтобы спасти все человечество, без исключения. Вчера я вам показал наглядно, в чем преимущество иудея перед неиудеем. Преимущество лишь в определенной ответственности, но перед Богом разницы никакой. Если иудей будет нарушать закон, он будет наказан. Язычник будет нарушать закон, он будет наказан. Иудей будет делать доброе, он получит свою награду. Язычник будет делать доброе, он получит свою награду. В этом отношении Бог не положил никакого различия. Мы вот за эти три дня читали уже достаточно много мест, где ясно, четко показано, Бог не положил никакого различия. Единственное различие – это то, что на израильский народ возложена определенная ответственность. И Писание четко проводит вот эту вот границу именно вот в этом вот плане. Скажите, пожалуйста, кто из присутствующих здесь евреев хочет отвечать за беззаконие евреев? А кто из этих людей хочет называться иудеем? Ну, то есть мы должны понимать, что если мы называем себя кем-то, знаете, поговорка, назвался груздем, полезай в кузов. Многие люди, пытаясь присвоить себе вот это вот звание, название, значит, они даже не думают о последствиях, которые их могут ожидать. Так и не понял. Просто, ну, можно говорить царь церкви или нет? Еще раз. Царь церкви. Можно такое понятие использовать? Ты такой термин встречал нет, в Новом Завете? Ну, то есть ты понимаешь, что если дальше развивать логику людей, которые желают называться иудеями, таковыми не являясь,
то мы приходим к некоторым абсурдным вещам, которые уже противоречат Писанию. И давайте мы, наверное, дальше продвинемся. Так, секундочку, у меня все-таки вопрос. Есть еще какая-то неясность в этом моменте? Или, ну, то есть, нет, момент, может ли уверовавший, является ли уверовавший язычник иудеем? Вот вопрос четкий и конкретный. Является ли уверовавший в Иешуа язычник иудеем в контексте Нового Завета? Нет, послушайте, значит, в церкви возникло вот это вот понимание, которое не основано на Писании. Новый Израиль, духовный Израиль, который заменил тот Израиль. Иудей, который заменил тех иудеев. И вы же понимаете, вчера вот я показывал место Писания с неправильным переводом, где написано, что не вместо них привиты, а среди них. Есть природные ветви, есть дикие ветви, привитые по благодати. Значит, и мы должны это понимать для чего? Не для того, чтобы кого-то унизить, а кого-то возвысить. Мы же пытаемся понять, в чем наше конкретно предназначение. То есть, если ты еврей, ты должен знать, в чем твоя ответственность перед Богом. Если ты не еврей, ты должен знать, в чем твоя ответственность. Потому что мы же говорим о том, что в приходе к Богу разницы никакой, а вот в ответственности есть разница. Поэтому мы пытаемся сейчас разобраться с этими понятиями. Во-первых, чтобы себя идентифицировать, являюсь ли я иудеем, или же я являюсь уверовавшим из язычников. И какая ответственность лежит на мне, если я иудей, и какая ответственность на мне лежит, если я язычник. Потому что я вам говорю, когда я размышлял сам еще много лет назад над этим, я понимал, что если я не еврей, я могу где-то как-то так вот удовольствоваться тем, что я буду просто тихо, мирно, спокойно жить, не нарушая заповеди, никого не трогать, не желать ближнему того, чего не желаю себе, по возможности помогать людям, как бы. Ну, то есть, если я буду жить относительно такой вот богобоязненной жизнью, то, в принципе, спасение не утрачу. Понимаете? Но при всем при этом я понимал, что если я вдруг как в какой-то момент окажется, что я еврей, то я просто не имею права довольствоваться этим уровнем. Понимаете? Потому что на еврейском народе лежит особая ответственность. Понимаете, вот для этого мы пытаемся разобраться. И я вам скажу, что в какой-то момент я пришел к выводу, что я не буду гадать, еврей или не еврей. Лучше всего делать то, что Господь говорит. Исполнять всякое его повеление, тогда уж точно все будет нормально. То есть, ну, я честно вам скажу, я не хочу довольствоваться вот просто тем, что, ну, вот, просто вести благочестивую жизнь. Когда я был в Кишиневе, работал на фирме, занимался шелкографией, там, печатал визитки, конверты, там, вся